врач выписывает рецепт пожилому человеку. Да. И он рассчитывает, что этот пациент будет брать это лекарство именно как было выписано. Ну, естественно. Да, но, к сожалению, когда человек пожилой, во-первых, он не так уж хорошо видит. Он уже не так уж все помнит. Он должен вспомнить, что он принимает вот эти таблетки утром, эти таблетки вечером. И мы понимаем, что, несмотря на то, что мы ему говорим, часто потом это не исполняется, как мы посоветовали. И результатов нет. Нету результатов. Или наоборот. Или наоборот, даже хуже результаты. Например, могут быть инфаркты, инсульты, он может упасть, потерять сознание, кружится голова.